Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и здравый люд. С вами Феррорист, и сегодня у нас на модельном столе модель от компании AVD Models, трактор К701 Кировец. Итак, уважаемые друзья, данная моделька, это считается новинкой этой фирмы. Масштаб 1:43, и в этом наборе мы должны увидеть детали из фототравления и набор декалей. Все и подробно в этом выпуске. Поехали. Итак, на такой вот хорошей коробочке, на обложке, на таком арте, бокс-арте, нас приветствует как раз трактор К701 Кировец. И молодцы, ребята дружат с юмором, это похвально, мне это нравится. И на каждой коробочке, вот в новой такой упаковке, вы помните, что были такие вот, как бы бумага такая, скажем так, была сургучевой печатью и перетянута бечевкой. Но теперь у нас новый такой корпоративный стиль, наверное, у этой компании. Это хорошо, такой современный, скажем. И здесь есть пасхалка. Давайте поближе посмотрим. Вот именно на этой коробочке мы видим кого? Ну, конечно же, Майкла. Та-да-да-дан-та-дан! Майкл Джексон подает ключи трактору К701. Там вот механик какой-то, там что-то с колесом делает. И Майкл подает ключ, скорее всего, на 19. Может, ошибаюсь, здесь и побольше. Но ребята улыбнули, молодцы. Дальше. Сбоку у этой коробочки мы видим, что идет в наборе, какие декали, знаки. Качество СССР, приборная панель, номер этого трактора. Ну что, в принципе, хорошо. Да, еще хотел сказать, что номер такой вот по каталогу 6001 кит. Перевернув коробочку, мы с вами видим рекламу. И реклама продукции, которую будет выпускать данная фирма, радует. Смотрите, здесь и АЦ-4.0 на базе 131, и БТР-152К. Что еще у нас? АТ, новая пожарка, Горький 66-й газончик и живая рыба 130-й. У нас вообще очень интересная, скажем так, эта фирма выпускает столько новинок, ну прям можно позавидовать, молодцы ребята. Итак, перед нами вот трактор Кировец К701 тягового класса в комплекте с навесным прицепом. И давайте мы с вами его скорее же откроем и посмотрим, что находится внутри коробки. Открыв коробочку, мы с вами сразу видим вот такой пакетик. Здесь вот эта декалька, бокс-артик и, скажем так, схема сборки. Давайте посмотрим, что производитель положил нам в коробку. Итак, пластиковые детали. Ну, в принципе, как обычно, здесь пластик идет у этой фирмы стандартный. Ну, что можно сказать, литье неплохое. Здесь имитация у нас идет такого железно-гофрированного листа. Ну вот здесь я не заметил, что там кривая какая-нибудь платформа. Здесь вроде все нормально. Дальше в пакетике мы видим диски, трансмиссию, ну, скажем так, немножко печалит то, что вот детали находятся такие вот отделенные, некоторые детали уже от литника. Немножко это печалит. Еще раз скажу, что может повредиться при перевозке там как-то, или уже они поврежденные детали. Но еще раз повторюсь, фирма очень лояльно относится к этому. Если вы там напишете, они обязательно вам вышлют или заменят данную деталь. Вот, следующий литник тоже вот упакован в такой пакетик. Упаковка ручная, скорее всего, у ребят. Ну, литье неплохое по сравнению, конечно, с теми моделями, которые выпускаются именно
для моделистов таким, скажем, как вот фирмы «Звезда» и другими фирмами, конечно, пластик отличается. Вот. Ну, дальше мы с вами давайте посмотрим непосредственно кабину этого трактора. Выполнена она у нас из металла вместе с тяговым прицепом. Итак, вот в таком пакете находится все это дело. Вот у нас идет одна часть кабины. Ну, здесь, как обычно, с металлом у данной фирмы все хорошо, никаких проблем не было. Ее чуть-чуть полирнуть, обезжирить и можно красить. И основная кабина. Все то же самое. В принципе, неплохо. Это новинка, еще раз повторюсь, ребят. Довольно-таки очень неплохая. Фирма начала делать такие интересные машины, скажем, исторические, что можно сделать целую коллекцию себе именно там 60-х, 70-х годов. Спасибо вам, ребята. Можно будет самому собрать себе такую коллекцию и поставить... И радоваться. Здесь мы уже с вами видим оси и сеточку травления, также и винты. Дальше мы в наборе видим набор стекол, тоже упакован вот в такой пакет. Ну, спасибо, ребят, что упаковали вот в такой пакет, конечно. Вот здесь немножко, видите. Все-таки при такой упаковке, так скажем, а-ля вот так обернуть все и скотчем запаять, это, конечно, не есть хорошо. Лучше использовать пакеты, ну, как бы уже формовочные, для того, чтобы уже по форме литника уже положил пакетик туда и запаял. Здесь, видите, когда вот это все стягивается, стекла или какие-то детали начинают деформироваться. И вот здесь вот это отчетливо видно, что пару стекол уже вот, они, скорее всего, это фары, они уже загнулись от литника и могут сломаться. Здесь вот обратите, пожалуйста, на это внимание, что надо при упаковке все-таки как-то придерживаться, такие, скажем, техник безопасности для литника. Будьте внимательны. И что еще в этом наборе? Ну и комплект шин. Шины, ну, упакованы неплохо. Тоже в полиэтиленовый пакетик. Давайте посмотрим их поближе. Вот такой протектор. В принципе, скажем так, неплохие. Здесь у нас даже есть 28,1, радиус 26, надпись. Ну, ой, могу сказать, что они очень такие, знаете, есть кольцо такое сжимать, тренировать кисть. Вот это, если брать по квалификации вот этого вот кольца, оно черное тоже, ну, килограмм, наверное, 30, чтобы сжать это колесо. Ну, настоящее тракторное, так скажем, колесо. Ну и больше в этой коробочке уже ничего нету. Ну что, друзья, первые впечатления об этом тракторе, ну, неплохие. Как всегда, у этого набора конкурентов я не вижу. Так что будем собирать, а куда же нам деваться? Вот, и еще одно пожелание, конечно, к упаковке. Все, что мы уже говорили про, скажем так, вот схему сборки. Я думаю, что до фирмы это все дошло. И что-нибудь придумает, конечно, фирма. Здесь пока лежит эта же инструкция. Есть у нас на зеркала еще вот такая блестяшка. И бокс-арт, как я сказал, где можно небольшую справку почерпнуть о данной модели. Опять же скажу, с упаковочкой, друзья, надо что-то придумать, потому что вот так вот оборачивать уже как бы, ну, не солидно. Столько у вас новинок много, а вот внутренний пакетик как-то может деформировать эти детали и привести, опять же, к каким-то негативным
последствиям, что клиенты будут не рады. Давайте не будем портить впечатление о этой модели, а в скором будущем ее соберем, и уже непосредственно на модельном столе мы с вами все посмотрим подробно. Итак, уважаемые друзья, с вами был Феррорист. Я желаю всем удачи, а самое главное, не оставляйте дела, которые можно делать сегодня. Всем пока!